Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их биографией. Энрико Таренги. Итальянский художник, в основном работавший в жанре и ориенталистике. Он предпочитал работать акварелью. Родился 14 апреля 1848 года. Постоянно проживал в Риме. Учился в Академии Святого Луки в Риме в начале 1860-х годов. Содержал совместную студию с Назарено Чиприани и Джузеппе Аурелли. Таренги и Филиппо Бартолини были членами так называемой группы Симони. Возможно, они путешествовали в Алжир с Густаво Симони в начале 1890-х годов. Я пользуюсь переводной Википедией. Он специализировался на акварели и сценах ориентализма. На него повлиял стиль художника Эскорди. Как и многие другие представители итальянской школы ориенталистского искусства, он широко использовал фотографии в своих работах. Например, он использовал фотографии в качестве шаблона для фонов картины. Его картины «Возвращение с работы» и «Молитва мусульман» впервые были выставлены в Турине в 1880 году, а последняя и в Милане. Умер 3 апреля 1938 года в Риме. Вот так вкратце, данных немного. Все то, что есть, я вам зачитал. О итальянском художнике, в основном работающем в жанре и ориенталистике, который предпочитал работать акварелью, Энрико Таренги. Пока-пока, до свидания.